Привет, ребятки! С вами Володя на связи. На носу Новый год, а вы еще не нарядили праздничную елку? Не беда! Сейчас я вам покажу 5 новогодних лайфхаков DIY, которые помогут вам исправить это досадное упущение. Наверняка в ваших новогодних подарочках завалялись киндер-сюрпризы. И это круто, потому что из них можно сделать прикольную гирлянду. И это очень просто. Прожигаем в них дырки и вставляем туда веревку. Вот и все. Выглядит просто отпадно. А еще можно сделать прикольную новогоднюю игрушку из обычной формочки для песка. Делаем цепочку из скотча, чтобы формочку можно было повесить. И все, игрушка готова. Выглядит просто мега прикольно. Даже моему коту понравилось. Ну а какая же новогодняя елка может быть без главного украшения на макушке? Делаем ей настоящую корону из простой пластиковой бутылки. Вау, вот это да! Кстати, друзья, не забудьте подписаться на мой канал и поддержите это видео лайком. Если наберется 10 000 лайков,